Київ Інтерактив VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем да ла крем. Бомонду нашого міста. Щоп'ятниці о 13:00 на Київ FM та на нашому YouTube-каналі. Київ Інтерактив. Вітаю, кияни, всіх, хто слухає нас на Київ-ФМ та всіх, хто дивиться нас у YouTube-каналі Київ-ФМ. Чергова п'ятниця і традиційно у нас дуже відомий та, звісно, зірковий гість, адже до нас із Світланою Василенко у Київ Інтерактів VIP тільки такі і приходять. Мої вітання усім, хто розуміє мене, як воно витримати протягом цілих півгодини ось цього чоловіка на ім'я Андрій Корнаухов. Зрештою, Київ Інтерактів VIP хороший вже тим, що є приємні гості, з якими приємно поспілкуватися. Ну, я думаю, це ми скажемо наприкінці програми, хоча впевнений, що буде саме так. На що ти натякаєш? Сьогодні у нас в гостях дійсно людина, яку ми знаємо з вами всі. Всі, хто любить кіно, всі, хто дивиться фільми, і серед улюблених, у кого є вже декілька, особливо останнім часом. Отже, у нас в гостях телевізійний та кінопродюсер Олексій Гладишевський. Привіт. Добрий день. Я думаю, що якщо б ми називали всі іпостасі, в яких Олексій проходив протягом свого життя, то я думаю, нам що би не вистачило ні часу, ні хвилин 10 ми це робили. А з чого все починалося? Ну да, я завжди очень напрягаюсь, когда вот меня просят там все какие-то регалии. Ну, регалии, как бы, что это такое? Это такая ерунда, которую как бы не надо обращать, это практика. То есть, да, это практика, которую там человек проходит в своей там работе или там где-то. Поэтому я... И резюме свои. Да, да, да. Но я прошел... в принципе, путь такой от начала до вот какого-то момента, где я сейчас, да, это я начинал журналистом, вот, на какой-то такой программе, там, «Невероятная история любви», по-моему, там, сюжеты, как бы, да, как журналист, там, что-то писал, снимал интервью. Потом шеф-редактор уже проекта о звездах, там, «Звездная жизнь», потом «Моя правда», это уже мы там... Но я все равно сам, как бы, всегда любил, руками что-то делать, то есть не просто сидел там, руководил, а всегда сам ездил на интервью, записывал, мне было это интересно. Вот, потом... У меня был большой проект, который тоже вот я делал как руководитель и сам снимал пилотный фильм. Это был такой цикл документальных фильмов, назывался «Неизвестная версия. Мосфильм». Но это еще было до войны, да, и еще можно было ездить в Москву. И мы снимали в архивах Мосфильма, делали такие вот истории как бы про старые там... про старые фильмы, тоже такое интересное. А потом уже, как бы, когда пришла эпоха реалити-шоу, вот, я фактически делал тоже как руководитель и как сценарист одно из первых, это «Зважені та щасливі», это формат «The Biggest Loser», да, британский. Я его увидел когда-то в Стокгольме, случайно просто вот был в отпуске, включил канал и увидел какую-то странную программу, где там толстячки... Знущаются над полными людьми. Ну, не, я тогда это тогда не так воспринял. Я воспринял, как бы, что вот они что-то делают такое, какое-то необычное, тренируются там как-то. Я скажу, что это про деформация всех телевизийных и родийных журналистов. Да, 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 да. Ну, потом, как бы, да, немножко, ну, зато они потом круто все выглядели. Вот. И потом целый большой блок проектов был «Холостяк», «Топ-модель» по-украински. Вот. И в конечном итоге, как бы, я вот в какой-то момент понял, что все, вот я хочу уже переходить на заниматься кино и сериалами, но не сериалами, там, да, вот, мы все прекрасно знаем, что есть вот блок сериалов там на многих телеканалах, да, которые идут, и там никто особо не понимает, какой из них закончился, какой начался. Санта-Барбара на минималке. Ну, вот так, такое, да, как бы такие, это фоновые такие вот истории. Вот, мне хотелось сделать что-то другое, вот, и как-то постепенно как бы мы к этому пришли. Вот, когда я начал работать на новом канале, уже там в должности генпродюсера сначала, а потом гендиректора, я понял, что как бы я могу сейчас, ну, как сказать, протащить какие-то такие креативные идеи, которые никто до этого там не утверждал, потому что все считали, что это такое безумие какое-то. Но... Это про перші ластівки, ти зараз. Да, конечно. Мы поговоримо, звісно, про це більш детальніше. Якби тобі запропонували взяти участь у якомусь з реаліті-шоу, от в якому ти участь би взяв таки? А від якого б вони без мене? Точно не зважені, ти щасливі, да? Ну,
Да, тут нельзя зарекаться никогда, потому что, ну, непонятно, как там ты, сегодня ты там худенький, да, завтра там... Взважение-то счастливее. Да, но я, наверное, бы в реалити-шоу не участвовал все-таки, потому что, ну, как-то вот никогда себя не видел на месте участников, даже там, ну, есть красивые, как бы, да, типа холостячки, там, холостяк, можно же, ну, как-то мне это не интересно, мне всегда интересно было за кадром, вот, и если там уже говорить о кадре, то, конечно, мне больше интересно кино, там, пробовать себя, сейчас, как бы, я, ну, я до этого играл в театре достаточно долго, и сейчас пробую свои силы вот иногда там в каких-то эпизодах, но только интересные там какие-то, то, что мне нравится. Вот. А так, героем реаліті вряд ли. Скажи, реаліті-шоу, да? Ну, наскільки для мене реаліті-шоу, це ти в клітку з ведмедями кидаєш чоловіка і ставиш камери, це справжнє реаліті. Скільки на телебаченні відсотку реаліті в цих реаліті-шоу? Бо є ж режисери, сценаристи, там, кастинг-директори і так далі, всі ж це роблять по сценарію. Ну, не совсем так, хоча доля, как бы, правда есть в этом. Пишется не сцен... Ну, в реалити-шоу никогда невозможно написать сценарий. И поэтому мы всегда, ну вот у меня, то, что касается вот программ, которыми я занимался, да, я не могу отвечать там за своих коллег, я не знаю, там, до сих пор не знаю, как снимается программа там «Битва экстрасенсов». Не знаю я. Вот. Тобто у кожного це своя кухня, у кожного, да, продюсера, у кожного, да, каналу. Абсолютно верно. Вот. І у нас, как бы, був сценарій, просто ми прописали, які будуть там конкурси, или які там свидания в холостяке, а то, що происходило, і вот випускали, а то, що происходило там, це був абсолютно экспромт, потому що, ну, ні в одному з цих проектів нельзя сконструювати вот этот сценарій. Ну, ти не можеш сказати дівчинці, іди і розігравай з ним любов, потому що, ну, камери знімають в прекрасних меня поймете, да, камеры, когда снимают крупный план, там очень много на крупных планах, ну, ты видишь в глазах, что это, как бы, ну, вот, это фальшь. И эту фальшь зрители очень сильно считывают. И, ну, есть много примеров провальных телевизионных шоу, там, да, это как раз, и вот все там пытаются понять, почему. Вот там то не то. Но на самом деле главный, как бы, момент провала — это фальшь, то, что зрители не верят. Вот они видят это в кадре и смотрят, говорят, ну, это неправда. А мы старались, как бы, так сделать, чтобы вот действительно, то есть, как бы, если она там его не любит, то это видно, и, как бы, и там дальше идут последствия. Если во взвешенных и счастливых, там вообще невозможно, как бы, ничего сконструировать, потому что, ну, идет конкурс, и ты не можешь сказать, вот этот победит, потому что нам надо. А он, блин, набравший 15 килограмм. Ты не подбежишь и не подтолкнешь его, потому что, ну, вокруг куча других участников, которые тут же скажут, что извините, вы что, с ума сошли? Поэтому все шло вот, как бы, и очень часто как раз из-за этого, вот, Андрей, то, что ты задал вопрос, да, вот сколько лет, как раз вот из-за этого финалы многих телешоу часто были, ну, не такие, как вот, вот я понимаю, с точки зрения драматургии, что я должна выиграть, да? Вот эта там девочка в топ-модели, вот понимаю, что должна она, потому что ее любят зрители, и вот все, как бы, ну, вот все складывается. А по-честному выигрывает другая, которая, как бы, вот более такая скромненькая, спокойная, и я понимаю, что она, ну, суперзвездой именно после реаліті вряд ли станет, а мені нужно, щоб вона стала, щоб її, как бы, щоб далі процес шел. Там, да, щоб хотіли... А, до речі, оце дуже часто, коли перемагають там у тому ж самому «Голосі», у «Топ-модель» по-українськи, у багатьох інших, там, де людина має якусь продовження своєї кар'єри, зазвичай стають зірками другі, треті місця, а іноді взагалі аутсайдери. Ті, хто вилетіли, так. Да. Чим це пов'язано? З харизмою. Безусловно, и с целью, вот сколько, как бы, я работаю, все только вот харизма и настоящая цель. То есть, тобто, людина тоді харизматично себе не проявила, а в житті вона вау. Да, да, может быть. Но иногда еще бывает, что вот эти два компонента, они разделяются. Вот у нас был прекрасный пример в одном из сезонов «Топ-модели», когда девочка, она была спокойно скромна, она не участвовала там в никаких скандалах, она четко шла к своей цели, она хотела быть моделью. И в финале мы понимали, что, ну вот, если она выиграет, это за другая выиграет, чтобы был эффект вау. А я говорю, не может та выиграть, потому что, ну, что мы тогда транслируем зрителю? Та
постоянно там ничего не делала, ленилась. Это вот, да, она красотка, эффектная, ее там, конечно, все разорвут, как бы начать. Но, говорю, но она не может выиграть. А это, говорю, как раз прошла путь, который мы и транслируем. То есть ты трудись, ты как бы ставь цели, иди к ней, и ты добьешься. И выиграла вот та, которую я хотел. Зрители были недовольны, но после этого она стала... ну, очень востребованной моделью. Без каких-то там скандалов, без того, что она стала супер... Она стала работать и работает до сих пор. Сколько прошло уже лет, это был второй сезон. Вот. И она за границей, в Украине, ну, то есть везде. И это тоже очень... Хотя харизма, у нее, видимо, ну, харизма была как раз, которая ей нужна была для этой работы. Ну, может быть, как бы не хватило там такой, чтобы вот быть именно суперзвездой, вот в понимании, что такое суперзвезда. Суперзвездой стала другая девочка. Ну, как бы там у нее... Она стала моделью, да? Ну, она тоже стала моделью, как бы, но... Не настільки успішною. Да, некоторые не стали моделями, а стали звездами. Олексій Гладушевський, це суперзірка чи сірий кардинал? Ой, ні, звісно. Ну, я навіть не знаю, як це... Ну, серый кардинал точно. Ну, продюсер — це швидше серый кардинал. Да, ну вот я такой необычный немножко продюсер, потому что я никогда не был серым кардиналом. То есть я відразу и все и сразу. Ну, я фактически, как бы, да, я никогда не люблю вот так вот хвастаться, да, но это уже складывается, что я один из продюсеров, наверное, такой, ну, один из немногих, которых знают именно как... Як продюсера. Как продюсера, как, да, как... как личность, да, которая публична. Потому что в основном все мои коллеги, они это не публичные люди. То есть они действительно серые кардиналы, они курируют, рулят всеми моментами, всеми вопросами, но их никто не знает. Вот. А я как бы изначально, когда переехал в Киев, там, да, 15 лет назад, я не планировал быть там, типа, продюсером. То есть я думал, что, ну, как бы там... что я, может, там, не знаю, кем стану. Я тоже когда-то работал моделью, там, ну, потом актером, когда там переехал. А кем хотел сюда в детстве стати? Ой, в детстве это такая странная, строителем. Я не знаю, смотри. Почему? Ну, у меня отчим был, он был не строителем, у него была строительная компания. Ну, десь поруч. Да, ну, он начинал так очень, так, с села там какого-то приехал и тоже прошел все там, все стадии вот к этой компании, когда он дошел. И меня вот он учил тоже постоянно, там, никаких у меня не было там поблажек из серии, там, все там, дрова рубить, то я, конечно, все не хотел делать. Вот, и поэтому вот мне казалось строителем. Что это строительным, вот я не знаю. Потом, конечно, я передумал, и уже даже я не помню, кем я хотел конкретно быть. Я помню вот только уже в более позднем возрасте, что когда вот какой-то у меня был прямо слом, когда я ощутил желание работать на телевидении. И у меня не было тогда кем, что... Вот знаете, какой-то такой вот странный, когда нет четкости, но вот ты точно понимаешь, что ты хочешь быть вот здесь, вот в этом как бы мире и любым винтиком. Ну вот поэтому как бы да, я начинал. Ну ты став будівельником, я тобі хочу сказати. Да. Ти побудував телеканал, фільми, серіали. Перший серіал, який дійсно подивилися. Коли ти вирішив відправитися на телебачення, а не вибрати якусь пристойну професію, як кажуть батьки, юристом, будівельником, лікарем, економістом. А я по образованию економіст, бухгалтер. І галочку батькам поставив. Да, у мене вище образування. Це якраз дійсно була та історія. Ну, от коли я був там помоложе, я чуть все-таки, ну, не був такой, як став позже, такой, вот, що я знаю, тому що мені треба, я можу там переть. Как танк. А тогда я чуть был такой управляемый. Ну, я зависел от родителей, там, как бы, да, еще не зарабатывал. Вот. И это действительно было их. Я хотел поступать на филфак, на факультет журналистики. Вот тогда я хотел поступать. Ну, вот я не знал еще, что это такое, но вот я понимал, что мне хочется вот брать интервью. А родители сказали, что это вот, рассказал про отчима, он у меня был такой жесткий достаточно чувак, вот, и он, нет, это женская профессия, надо что-то мужское, и вот как раз вот то это вот юнион экономист, и вот экономист сложилось, как бы, да, и пошел еще на факультет учет, контроль, анализ, вот, бухучет. До речі, потім в житті допомогло в продюсерській роботі. Напевно, знадобилось. Какие-то моменты, да, но в целом нет. Я всему все переучивался. И вот я понимаю, как бы, да, когда мы там говорим. Это фактически сейчас вот я не очень доволен тем, что происходит вот в образовании, да. Потому что фактически во всех сферах, ну, может быть, кроме некоторых, я не знаю, там, как бы, ну, вот, может, в юридической сфере там по-другому как-то. Но ты всему переучиваешься. Ты когда попадаешь реально в...
в рабочий процесс настоящий, да, ты забываешь про какие-то вещи, ты понимаешь, они вообще тебе, это вообще про другое что-то было. Тут все на практике, все работает по-другому, ты должен акценты как бы делать на другие вещи, ты должен как бы знать другие вещи. И поэтому очень многие сейчас вот, молодые ребята как бы после институтов, они такие потерянные немного. Приходят к нам, блин, и даже некоторые мои коллеги там говорят, смотри, ты вот после института должен забудь все, что мы учили, мы сейчас начнем все заново. Ты теж так казала, это было 20 років тому. Ну, обманювали. Нічого не міняється. Да. До речі, ось це нове покоління, яке зараз приходить. От про нього зараз починають так багато говорити, про покоління Z. Воно, мовляв, дуже комунікаційне, воно дуже швидко схоплює. От якщо аналізувати 15 років, так? 15 років роботи на телебаченні від початку до кінця. Наскільки змінилося найперше телебачення українське? І наскільки люди в ньому змінилися, якими вони стали? Ну, телевидение, конечно, изменилось. Я пока не могу понять, в какую только сторону, потому что, да, хочется, конечно, говорить, что в лучшую. И в каких-то... Ну, в сенсе разумнейше, да, освітніше. И в каких-то моментах, конечно, в лучшую. Но вот мне кажется, что вот... ну, это даже, наверное, можно было бы, конечно, сказать, что, типа, да, вот такая какая-то линия прошла в 2014 году, да, когда произошла, началась война, и, конечно, телевидение начало меняться, и сама ситуация в стране начала меняться с точки зрения чего угодно, и, в частности, бюджетов, да, и как бы, и... Но я помню, что вот это что-то как-то начало так... Меня беспокоит еще там еще раньше, еще в 2013 году, потому что как изначально телевидение сильно росло и сильно росло в качестве, то есть как бы появлялись шоу такие, которые как бы можно было сравнивать с западными, и западные наши коллеги там признавали. За якістю чи за грошима? И качествами, и деньгами, потому что в таких крупных шоу, там как... X-Factor, танцуют все, Украина Май Талант, которые являлись франшизами, это ж, мировые франшизы, и потом и ты их дешево не сделаешь, точно так же, как бы, да, и когда X-Factor, там, по-моему, был признан чуть ли там не на втором месте после американцев среди форматов, это было круто, и оно все вот росло, росло, все, все круче, 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 а потом какой-то вот произошел такой слом, когда все телегруппы решили, что надо пытаться становиться прибыльными. Потому что телевидение — это как бы убыточный бизнес изначально. И всегда был. И не было ни одного примера, где, где телевизионная как бы, группа была прибыльна. Это вот такая была... Это только у нас, ты маешь на увазе. Ну, у нас точно. Ну, що, такий розповсюджений міф, що на телебаченні то... дуже багато грошей. Ну, американці там другая, ну, у нас же, как бы, всі ж знають, кому принадлежат там телегрупи, да? І американців там немножко по-другому. Ну, от, поки основні інвестори можуть вкладати деньги, там все йде хорошо. Поки, коли у них міняються плани, все йде хуже. Ну, або політична ситуація. Да, да, змінюється, да. Відразу змінюється все і на медіаринку. А зараз, как бы, ситуація з ковидом і кризис, вот этот весь, который за этим последовал. Естественно, как, ну, люди, даже очень богатые люди, они очень, ну так, тяжело тратят деньги, потому что, ну, это нам, как бы, кажется, рассуждать легко. Ой, что им там потратить? 10 имеет... миллионов. Да, 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 да. Но надо смотреть всегда по-другому, как бы, да, со своей точки зрения. Для... То, что там 10 миллионов, для тебя там, типа, 10 тысяч гривен. Ты так вот просто их потратишь? Ну, наверное, нет. А почему? Потому что там, да, вот, вот перекладываешь, как бы, такие вот вещи на более крупные масштабы и начинаешь понимать немножко, что не все так просто. Поэтому вот сейчас такой вот момент, что все как-то идет такое вот, ну, недорого, вот если сильно там дорогое, давайте как бы нет. Ну и мы понимаем, что как бы как раньше там было очень много совместного производства с Россией, а сейчас его фактически как бы, ну, нету. Вот, и поэтому как бы Украине приходится крутиться со своими бюджетами, со своими деньгами, и это сложнее, но справляются. Справляюсь, как-то все равно, вот все, процесс идет, и вот на Starlight Media, где я работаю, что касается там долей телесмотрения, все боялись, что они будут падать, нет,
как бы наоборот, и СТБ, который там был период, когда чуть-чуть начал так провис, сейчас опять в лидерах, и значит, как бы можно как бы и так вирулити эту ситуацию. Ну, посмотрим, хотелось бы дальше, чтобы это решилось. До речі, якщо ми вже згадали про американське телебачення, про наше, що нашому не вистачає телебаченню для того, щоб бути на такому масштабному рівні? Денег. Тільки? Ну, я маю на увазі, що і нашим людям, щоб хотілося дивитись телевізор. Ну, смотрите, здесь же все идет по цепочке. То есть вообще как бы, правильный ответ на ваш вопрос это креатив. Ну, то есть как бы, да, креатива и смелости не хватает. Как бы, да. Годувати глядача. Да, чтобы как, какие-то эксперименты делать. Все это равно денег. Ну, потому что весь такой контент стоит намного дороже, чем стандартный контент, который может там стоять в дневной сетке, там, телевидение или где угодно. Но вторая, как бы, есть история, что, ну, даже когда каналы там или телегруппы готовы вкладываться, есть зрители. И вот это такой самый большой конфликт, который происходит сейчас вот на телерынке, да, и на кинорынке. Это что часть людей, производителей все-таки думают, что люди вот хотят, люди уже как бы надо более сложно показывать контент, более какие-то такие, ну, им надоело попса, вот, и иногда пробуют, но цифры показывают обратное, к сожалению. То есть, как бы, вот чем попсовее история в линейном телевидении, чем проще, чем дешевле, тем она лучше по рейтингам. Вот сейчас, в частности, сериалы, как бы, да, вот вопрос, почему такие вот странные сериалы выходят там, да. Чем сложнее, тем всегда как бы есть опасность, что люди ее могут тяжело там воспринять. Вот мы столкнулись там, как бы, с первыми ласточками, когда первый сезон у нас прошел очень хорошо, думали все, что хуже, это как раз вот был эксперимент, запустили второй сезон, второй сезон мы сделали более маргинальный, вот более платформенный такой, вот если там мы только нащупывали такие рискованные какие-то моменты, то здесь мы вот отпустили вообще себя. И он пошел намного хуже, именно вот в эфире телеканала. С чем это повязано? С тем, что все хотят телебачення, как, по сути, для молоді TikTok, то есть, чтобы оно фоново было? Я думаю, что здесь проблема в другом, что телевидение линейное, вот мы сейчас с вами, да, обсуждаем там и американцев, как бы, и вот многие говорят, ну вот в Америке там типа оно же по-другому, ничего, оно все то же самое. На линейном телевидении в Америке вы не увидите никакого вот оригинального такого, там все линейные такие шоу, попсовые сериалы, все то, что происходит супер такое интересно, это все на платформах происходит. И как раз вот в Америке, в той же там, ну вообще в Европе сейчас пик платформ. Вот, VOD-платформа, где показывают как раз, куда вернулись все крутые актеры, крутые режиссеры, и которые изменили там понятие сериала, как, ну, теперь это сериал, это такой вид искусства, потому так, что... Так, Николь уже... Кидман побачити в сериале 10 років тому было практично вот, нереально. Конечно, конечно, сейчас даже туда уже попадают самые такие тяжеловесные актеры, которые вот до последнего там только кино-кино, а кино как раз... Как раз в Америке, да, оно очень сильно упрощается, потому что все вот эти вот такие глубокие драмы там, да, они делаются как бы только для, получают финансирование только для одной цели. Это фестивали, это получить Оскар, это получить Золотой Глобус. И, но в кинотеатрах они тоже не собирают больших денег, и в основном как бы они отбивают свои бюджеты за счет платформ. Вот Netflix, как бы, они не только сериалы, а и фильмы делают, как бы там и другие платформы. И все вот эти вот крутые там режиссеры, все там, потому что в больших кинотеатрах сейчас снимают, ну, популярны только развлекательный контент. То есть это сериалы, там, ну, сериалы, фильмы там Marvel про супергероев, где все летает, скачет. Я хочу сказать, что, конечно, у них очень крутой уровень там и драматургии, и всего остального, но это все равно развлекательно, как бы его нельзя сравнить по коммерческому успеху там с какой-то крутой драмой, которая получила Оскар. Вот посмотрите, это уже «Земля кочевников», и уверен, там сборы не очень будут большие по сравнению там с новым там Заком Снайдером в каким-то фильмом. Ну, это такая свежа вот кров, яка зараз вливається в телебачення, те нове покоління. Наскільки воно відрізняється від нас? І, власне, чи воно допомагає розширювати межі і кордони цього самого телебачення? Ой, это такая странная история. Здесь я всегда как бы боюсь обобщать, потому что, ну, нельзя обобщать, да, всех людей. Но то, что я как бы наблюдаю, какое главное изменение, это
и что меня смущает в современной молодежи, там, да, это поверхностность. Вот, вот раньше, вот наше там поколение, когда мы там приходили, мы все копали очень глубоко, вот что касается журналистики, то есть я помню эти интервью, эти подготовки, этот и огромный пласт информации, и притом ты всегда приходил, ну, мы всегда такие, знаете, были, ой, как будто вот мы пришли и чего-то вот просим, дайте нам попробовать, мы готовы и так, мы готовы и бесплатно. И мы вибачаємося перед гостем за те, що ми взагалі до нього прийшли. Да, а сейчас, как бы, да, молодежь, они уже ничего, они приходят и сразу говорят, смотрите, я ничего не делал, ничего не умею, я хочу 30 тысяч зарплату, и я еще подумаю, подходите ли вы мне как работодатель. А тут и ты такой думаешь, подожди, а на основании чего? Но вот надо все равно, как бы, ну, даже нам, более взрослому поколению, да, пытаться, ну, если мы хотим работать с молодежью, да, и хотим их к себе каким-то образом заполучать, нам нужно пытаться все равно пересматривать свой взгляд, потому что она такая. Ну, то есть мы можем... нам треба її? Цю молодь? А, думаю, да, потому що що в них є, чого немає в нас? Мені здається, що умовлюється глядач, да, і ви розумієте, якщо... смотря какая у нас цель. Если наша цель работать, это может быть что угодно, телеканал, радиопрограмма или телевизионная программа или кино, на аудиторию, там, например, 35+, ну, может быть, нам они не нужны. То мы подходим, да? Да. Можем залишатися далі. Если мы хотим каким-то образом работать или как бы иметь влияние, да, на молодежную аудиторию, нам они нужны обязательно, потому что мы сейчас их не понимаем, даже... если там у кого-то из моих там коллег, там ровесников, да, есть там даже дети, подростки, все равно это, ну, это такое частичное понимание. Нужно вот, вот принимать, пытаться понять их вот ценности. Нужно понять, почему они вот такие, почему они вот, вот так вот себя несут, так видят. Это же поколение, которое уже, которые родились уже с, со многими такими готовыми вещами, которые для нас там были вообще за гранью фантастики. Там, да, там айфоны, интернеты. Ну, все, да, 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 ну, смотрите. Вот. А они уже при этом всем, как бы, для них вот весь этот доступ информации, который для нас там был, ой, там переискать какие-то книги, библиотеки, что такое, для них это полчаса дела. Вот. И поэтому они как бы так не напрягаются. У меня был случай один интересный, когда там информация нужно было найти про, для интервью с актрисой, старенькой уже. И девочка приходит, говорит, ой, все, она умерла уже, к сожалению, там та-та-та-та-та. И мы там делали, ну, давно было, но все равно это какой-то отголосок остался, и вот он сейчас мне напоминает эту ситуацию. И мы делаем, значит, фильм, тоже о фильме, как бы там, ну, и понимаем, что про нее ничего не расскажем, как бы информации нет, там все это вот, и она как бы умерла, просто говорим. И два дня остается до выхода фильма, и тут вот что-то меня, вот, вот как, знаете, старая закалка, вот, вот все-таки у меня есть продюсерская чуйка, это что-то вот не то, я понимаю. А это я не делал, я уже, мне не было времени как бы лично это делать, то есть я уже просто как бы руководил и там доверял как бы людям. И думаю, что-то не то. Беру этот вот, захожу просто в Google, и просто, знаете, даже не пятая страница, а вот, вот просто первая какая-то вот странная действительно информация, там что-то кто-то умерла, не умерла, а просто вторая страница в Google, где идет интервью с этой актрисой, я нажимаю, совсем свежая, недавняя, где она называет просто свой адрес, ну, то есть где она живет в Киеве. Я понимаю, что это просто за углом от телеканала. Я вызываю ребят, говорю, ну, вы сдурели? Ну, наверное, это вот было как раз вот. Я говорю, звонят они, берет бабушка, прекрасная, чудесная. Говорит, да, приезжайте на интервью. Мы за день едем на интервью, записываем с ней интервью. Чудесная женщина, вообще никак, ну, даже не собирается не помирать, ничего. Вот. Дает огромное, с кучей информации, которой у нас не было. И мы вот ночью все там, я говорю, как хотите, делайте ночью, утром, не спите, мне все равно. Вставляйте это вот, переделаю историю. Я говорю, а представляете, чтобы была женщина, если бы она смотрит программу о фильме, в которой она снималась, и видит, как ей говорят, к сожалению, там, да. Вот это вот такое, я помню, я раньше пока, ну там, 20 первых страниц Гугла, вот все ссылки, если как бы там не мог найти что-то, я чужие интервью, где кто-то, может быть, о ком-то говорит, чтобы понять какую-то информацию. Сейчас вот так вот как бы, ну, и так произойдет все, типа. За что ты звільняешь людей? За
ну, есть вот, я вообще стараюсь не увольнять людей, но вот есть у меня, я очень не люблю хамство. Притом хамство не по отношению ко мне, потому что, ну, мне вряд ли там кто-то будет хамить, а по отношению к другим людям. Если я это узнаю, я очень сильно напрягаюсь и как бы, ну, сразу не увольняю, ну, то есть я пытаюсь понять причину, почему так произошло. И если человек исправляется, то, конечно, ок. А второе, как бы для меня красная тряпка, это, как это назвать, ну, вранье, ну, не просто вранье, а которое вот выясняется, знаете... Знаете, вот есть люди, которые почему-то вот у них такой вот, я не знаю, что это страх или, ну, какой-то дурость какая-то, которые несут за что-то ответственность, понимают, что не получается, но не могут вовремя об этом сообщить. Вот они, я не знаю, что они думают, что на них там хуже посмотрят или подумают, что они там непрофессионалы. Но в конечном итоге это выясняется уже, когда исправить что-то очень сложно. Глобальная проблема. Да, да. То есть, ну вот я такие вещи, я помню историю, когда у нас была съемка в Париже, в топ-модели, и у нас был продюсер, девочка, и там нужно было организовать много всего. Вот мы каждый день ее там, ну что, а тоже тогда было очень большие процессы, то есть как бы, да, мы не все могли сами. И вот мы доверили, то есть у нее была четко ее ответственность там организовать там какие-то вещи. И то, что она ничего не, ну, не смогла договориться, выяснилось в Париже, когда мы уже прилетели. То есть не просто здесь, в Киеве, когда можно было что-то еще поднять. То есть мы уже стали понимать, что-то не то, но не думали, что настолько не то. То есть она говорит, ну там с чем-то, ну ладно, там решим этот вопрос. Ну, прилетаем, как бы, и все то, что вот мы снимали, мы все придумывали на ходу. Снимали где-то без разрешения, без ничего. Потому, ну, то есть нас могли там полицию забрать, все что угодно, потому что она ничего не сделала. Вот. За що звільняли тебе? Мене не увольняли ніколи. Вообще ніколи ні з одного місця роботи. Чого уходив сам тоді? Я как-то даже и по какой-то такой причине вот прямо не увольнял. Я очень всегда, если я прихожу на работу, я очень долго работаю. Я когда-то там до телевидения работал, там занимался с магазинами, сначала музыкальным магазином. И я оттуда ушел, потому что там, по-моему, магазин закрылся. Потом работал там директором магазина, там, бутика Армани, там, с одеждой работал. Тоже ушел, потому что закрылся магазин. То есть, как бы, да, а я не собирался, и меня никто не увольнял. Вот. Один раз я там занимался, ну, я занимался, у меня было ивент-агентство, там мы делали вечеринки, как бы, я потом переехал в Киев как раз вот заниматься этим. И я вот этим я перестал заниматься, потому что я перестал выдерживать график. То есть у меня в какой-то момент основная работа сместилась с 8 часов вечера до 8 утра. И я должен был приезжать спать, а жил я там, когда переехал только в Киев, у меня не было что там ни жилья, ничего, и я жил какое-то время, вот, когда там работал у сестры своей сводной, а там, ну, мы все спали в одной комнате, она со своим бойфрендом на кровати, а я на полу под ними, а получается, больше места сдвинуться не было, им, чтобы встать, нужно было через меня как-то вот переступить и как-то пройти, и я приезжал в 8 утра домой, ложился вот на эту там подстилочку под ними, а в 9 они вставали на работу. И весь начинался движ, кухня, кофе, ну я же не скажу им это. И в какой-то момент у меня начала просто съезжать уже как бы такая крыша немножко. Потому что, ну, приходило, чтобы постоянно себя подбадривать. То есть ты приезжал там на работу, надо было что-то выпить обязательно, какой-то алкоголь, виски какой-то. Вот. И в какой-то момент уже это как-то стало, ну, я понял, что я уже истощен сильно. Вот. Но зато потом, когда вот я понял, когда я стал работать на телевидении, да, уже, и там тоже были ночные смены, все что угодно. Но меня это настолько перло, что вот здесь как-то я находил варианты вот компенсировать вот эту усталость каким-то отдыхом. Потому что все равно это не каждый день такое было. Якщо гуглити Олексій Гладушевський, то найбільше, що можна знайти, це те, що людина, яка не визнає рамок, не визнає межі, може робити все, що йому заманеться. Такий собі нестандартний, як мінімум, генпродюсер телеканалу. Власне, це один із аспектів, чому саме ти став у витоків ось цих перших ластівок. Ну, да, да, наверное, да, потому что, ну, вот, как сказать, знаете, многие там говорят, вот ты такой смелый, вот мне всегда казалось, что я всегда не смелый, а такой, да, знаете, мне кажется, смелость это вообще какая-то такая черта, которую не осознаешь,
Ты все время боишься чего-то. Вот страшно было, так? И делаешь. Ага. И вот как бы це найкайфовіше, мені здається. Це як вперше сісти за кермо машини. Хочеш, кайфуєш, але так страшно. Да. Вот. І да, действительно, как бы, когда я только там в Кипре ехал, и вот все это было какая-то была свобода, я вот вообще ничего не боялся. И как-то все мои такие выходки там разные. Наприклад. Екстравагант. Ну, там какие-то фотографии могли бы быть там какие-то. Ну, и досі є. Да. Ну, вот, понимаете, там что-то еще, какие-то там виска. Мне там всегда говорят, ой, так тебе сейчас сделают замечание. Ни разу в жизни мне никто не сделал замечание. Наоборот, если там на совещание приходили, все такие, о, Леха, новые фотографии. Сидят крутые такие, все серьезные мужики. Да, все как-то с этого, ну, так, фан такой вот был. И, ну, они, видимо, понимали, что такой должен быть, вот какой-то такой вот сумасшедший. А вот. И поэтому, когда какие-то смелые идеи приходили там в голову кому-то там, нам или высшему руководству, все всегда обращались ко мне. Вот это до сих пор эта история как бы тянется, потому что сейчас уже мои коллеги там в кинобизнесе, там продюсеры известные, часто пишут: «Леша, слушай, нам тут прислали сценарий, он очень странно, мы отправили к тебе». Наверное, это к тебе. Рівень дивности, Олексій, визначить. Да, и я смотрю, так, ну, самое смешное, что вот несколько раз сейчас последних было, и мы сейчас эти фильмы как бы взяли в работу. Я пишу: слушайте, вы знаете, действительно, это к нам, да. Да, да, и вот как бы мы сейчас бьемся, вот такой вот у нас есть момент с этими такими форматами, как бы и кино там в моем продакшене, и сериалами вот в Starlight, которые очень нестандартный, непривычный для зрителя, который поднимает там какие-то очень такие, ну, серьезные социальные темы, да, и про которые, как так можно сказать, на телеке не принято говорить. А вот мы говорим. Я знаю, что в Америці, приміром, серіали, вони зазвичай беруть якусь таку соціальну ідею, на що б вони хотіли бити, і протягом цього будують весь серіал. По суті, перші ластівки і стали тими першими ластівками, які заговорили і про булінг, і про підлітковий суїцид, і про ці всі моменти, про які зазвичай говорять тільки психологи з батьками. Дай Боже. Да, именно так и было, и вот как раз, когда Женя Туник, шоураннер этого сериала, принес эту идею, а он принес ее, вот многие спрашивают, как вот, ну, там, как к вам идеи, и я там говорю, вы там расписываете, все такое, но я сам себя понимаю, что идея цепляет вот с какого-то одного абзаца. И тогда первые ласточки Женя принес как бы вот в виде одного абзаца. Там, я не помню, что там было написано. Но вот как раз вот это вот очень кратко была пересказана история про суицид, да, что вот такое вот происходит. И я понял, и был очень четко сделан акцент на социальную проблему, которую мы поднимем. И я понял, что это вот как раз очень круто, и надо делать это, и начал выносить мозги всем, кто... Все мне говорили: да, Леша, это какое-то без... Ну, что-то... Это очень странно выглядит. Куда мы нам это? Но ничего, постепенно так вот, да, и мы очень собрали... Мы очень тоже переживали, боялись, что там нас разгромят, потому что там много разных действительно тем было, которые как могли и негативно, да, от общества мы могли получить там и что угодно, да. Ну, а были эти відгуки негативные від очень спільства? Мало, очень мало. Практически нет. Мы ожидали, что их будет много, а их почти не было. Ну, да, я даже как бы не могу примеры. Я всегда помню негативные такие какие-то гробкие истории. Тобто не было людей, которые хотели поставить палки в колеса и зупинити все это? Не было, не было, нет. Просто изначально очень правильно сделали как бы маркетинговый ход. Мы с нами как бы захотели сотрудничать, и Женя тоже нашел этих людей. Это Ластрада организация, да, которые помогают детям. И когда вот и Ластрада вывела это, вот сотрудничество с Ластрадой вывело это все на абсолютно другой уровень, на социальный, важный, как бы, да, для страны уровень. И потом тот фидбэк, который Ластрада получила, они сами не ожидали. И когда они его выдали в обществу, то все, мягко сказать, офигели, потому что никто не ожидал, что такой фидбэк получат от подростков, что такое вообще творится в головах у молодежи, и что действительно это важно для кого-то. Ну, мы думали, там, для кого-то, ну, там, какой-то...
тот пласт, который мы получили, ну, там никто не ожидал. Вот, и поэтому все, уже никто не мог, после этого уже было сложно что-то сказать, что это плохо, потому что, ну, как, если это действительно кому-то помогает, да, и работает вот так вот. Вот. Продолжение будет? Ну, мы ждем. Сейчас сложный вообще процесс, как бы мы не можем говорить с достоверностью, да, ни о чем, потому что вот то, что мы запустили такое подразделение, это Starlight Originals, где как раз я и разрабатываю, да, своей командой такие необычные сериалы, у нас есть еще тоже как бы несколько тем, которые уже готовы, ну, один из них готов уже почти к съемке, там еще жестче, чем в «Ласточках», вот, будет. Яка там тема? О, не могу пока сказать, не. Вот. Но все это немножко вот сейчас вот в подвешенном состоянии, потому что кризис, то есть 5-10, а платформенные сериалы — это то, с чего мы с вами начали разговор. То есть их надо понимать, где показывать. В Украине как бы планировалась большая платформа, но ровно когда начался ковид, все это остановилось. И, соответственно, как бы каждой телегруппе надо работать со своей платформой. Вот, мы знаем, что и у Украины есть ЛТВ, и у Starlight Media есть телепортал, там и Плюсов есть. Вот, и вот сейчас как бы мы, ну, начинаем делать акцент вот на более такие вот, ну, небольшие, на личные платформы. Но это как бы встает вопрос, опять же, а тогда надо меньше денег. За меньше денег мы не можем это снять. Это будет ерунда. И вот здесь вот такое пока готовим очень много презентаций, защищаем, нас очень много поддерживает из внутренней, как бы, из нашего исправления людей. Вот, ну, телегруппы именно. Но вот финального ответа акционера еще нет. Поэтому вот как только он будет, я надеюсь, в течение нескольких недель, то и будет положительно, то тогда у нас развяжутся руки, мы сможем запустить, уже будем понимать, будет ли третьи «Ласточки», или будет что-то вместо них, или как-то вот так. Можна говорити було б довго, але час каже, що треба казати до побачення, але я не просто скажу до побачення, дозволю своєму колезі поговорити. Мені ось попрощатися, свято помовчати. Да? Ні, я хочу, щоб ти продовжив тричі фразу «Я завжди». То есть три прямо слова. Я всегда то, я всегда то, я всегда то. Я завжди, я завжди, я завжди. Я всегда... Ой, какое сложное вопрос сейчас закончится. Сейчас можно дотянуть до финала эфира. Я же сказал, в финале. Я всегда стараюсь быть честен со своей командой. Даже если это им не нравится. Вот и мне не нравится. Иногда бывает. Можно обмануть, но вот это всегда хуже приводит. Я всегда стараюсь идти непроторенным путем. Мне неинтересно вот то, что уже все прошли, я всегда стараюсь как-то по-другому посмотреть на интересующие меня вещи. И, ну, я всегда открыт для новых экспериментов каких-то. Да, вот что угодно, в точке зрения культуры, там, с точки зрения контента, да, мне всегда нравится. Не всегда я могу это захотеть потом делать, но то, что я это возьму рассматривать и очень четко пойму, например, почему это не мое, это очень, как бы, ну, это все, это про меня, потому что есть очень много моих коллег, которые там сразу, ой, не, это я вот не хочу. Я даже вот, как бы, вот я, например, настолько там не люблю какие-то наши вот там мелодрамы, там все такое. Но вот я, вот мне принесли мелодраму, но я не сказал нет. Я говорю, давайте посмотрим. И вот мы посмотрели, и сейчас вот как бы мы работаем с этим проектом, и это уже так выходит такая, ну, какая-то, мне кажется, интересная мелодрама. И я такой себе думаю, ну вот хорошо, почему нет? Я себе всегда там говорил внутри, типа, ой, это жанр, с которым я не хочу работать. Но вот благодаря своей этой черте, что я всегда открыт к новому, то есть я посмотрел, и это привело мне, ну, приведет, я думаю, к хорошим каким-то последствиям. Людина, яка ніколи собі не каже ні, у новому, Олексій Гладушевський сьогодні був у Київ Інтерактів VIP. Ну, поговори, Корнухов, ти ж. Ну, а ми рівно за тиждень повернемося, обіцяємо вам, у Київ Інтерактів VIP. І хто буде нашим наступним гостем, дізнаєтесь із наших соціальних мереж. Тож, долучайтесь. Всім гарного тижня. Пока. Почуємося і побачимося. Власне, не забувайте про те, що у нас є YouTube-канал Київ 98 FM. І Савта, ось це ви робите. Ви пишете коментарі. Можливо, є люди, яких ви хочете побачити у нашому ефірі. І з задоволенням почитаємо те, що ви напишете. До побачення, почуємося і побачимося. Київ Інтерактив VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала крем. Бо моду нашого міста –
щоп'ятниці о 13:00 на Київ FM та на нашому YouTube-каналі.